Всем доброго дня! Нам поступили наши вкусняшки, около 200 с чем-то килограмм, я вот точно не помню. Видов где-то 20 с чем-то тоже. Вот смотрите, допустим, здесь у нас севрюкова, килограмм 25. Сейчас буду делать распаковку, расфасую все, разложу, чтобы они отдохнули и просушились. Смотрите, вот здесь сорт Петропавловка. Так, пришел он, вот по виду видно, что он влажный. Вообще этот сорт у нас более такой сухой, мягкий. Еще он очень белый. Но из-за того, что сейчас он сырой, поэтому выглядит вот так вот. Сорт Волокановка. Так, он пришел сухой. Итак, все уже разложили по полочкам. Здесь у нас настена, немного влажная. Белая кора тоже влажная, новый оскол тоже. По виду даже видно. Здесь у нас красавчик. Потом здесь Василь Поля, Аленка. Это у нас Севрюкова. Ну, кстати, сухой пришел. Здесь у нас Волокановка, Ватутин. Здесь у нас Песчанка, Слада. И Петропавловка. Также сверху есть виды различные. Вот здесь, допустим, у нас воздушные. Потом вот снизу еще виды. Здесь у нас классик. Здесь у нас летний. Так, здесь у нас Элен. И здесь у нас... Это у нас подвислые. Вот. Смотрите, вот, допустим, здесь у нас белая кора. Такая у нас пористая. Вот. Это все у нас, кстати, на продажу. Если хотите купить, у нас получается доставка только по Казахстану. Я укажу, получается, в описании свой WhatsApp номер, можете туда написать. Также у нас есть пиленные сорта, вот те же самые. Василь Поле, Волокановка, Ватутин. Вот. Вот еще здесь снежок, белая гора. Все пиленые у нас, они уже просушенные. Вот, смотрите. Вот так выглядит один брусочек. Вот. Еще снизу другие сорта есть. Вот. А здесь у нас, кстати, Милчестер. Здесь ассорти. Если хотите на следующих видео описание каждого сорта, я могу сделать, вот, допустим, попробовать, либо даже не пробуя, вам уже описать, потому что я сколько лет уже кушаю. Наверное, уже все знаю наизусть. Если вам было интересно, то напишите в комментариях, сделать ли в следующем видео описание. Также поставьте лайк, жмите на колокольчик, буду очень рада. Всем спасибо большое за просмотр.